Всем привет, друзья! С вами Корвит, мы находимся в Kingdom and Castle. Давайте продолжим строительство нашей стены, наших башен. Сделаем это все дело красиво, по уму. Для того, чтобы вонючие викинги и не менее вонючие драконы не могли никак попасть на нашу территорию. Сейчас, значит, я буду делать насыпь вот с этой стороны, для того, чтобы закрыть вот эту часть, потому что через эту часть викинги проникают ко мне в замок. Вот. Надо с этим как-то бороться, поэтому будем сейчас все это дело закрывать. Отстраивать все в трехэтажную стену, то есть сделать по периметру трехэтажную стену. После трехэтажной стены уже будем переходить просто на hard level, будем на каждую стену лепить по баллисте. То есть вот здесь везде будет стоять у меня баллиста. Естественно, это займет какое-то время, но я думаю, что если мы так сделаем, то наше королевство будет просто неприступнейшим. То есть сюда вообще не попадет ни единая вонючая душа. Вот. Поэтому сейчас пока занимаемся насыпью. Думаю, что пока делают насыпь, можно сразу тут вот так вот делать стеночки, чтобы с этим делом не затягивать. А, в принципе, вот тут же ж... Вот тут же ж... Жиж, надо же было ж вот так вот сделать тоже насыпь. Вот, чтобы это все дело тоже строилось. В принципе, у нас довольно много свободных людей. Но непонятно, чем они заняты, если честно. Очень долго как-то все происходит. Вот здесь уже вообще нереально долго идет строительство. Видимо, это связано из-за того, что ресурсы носят вот отсюда. То есть здесь у меня три каменные шахты, да, которые занимаются, по сути, непосредственно... А что тут сломано? Ух ты, блин, тут же был стокпай, да, он сгорел. Он сгорел, но, по-моему, он сгорел не от дракона, он сгорел как-то просто сам по себе. Ну вот, видимо, кто-то неосторожно обращался со спичками. Так, давайте тут, наверное, я думаю, еще поставим стокпай. И надо здесь поставить по колодцу на всякий пожарный. Вот так. И вот так. Пускай стоят. Я думаю, лишними не будут в любом случае. Так, ну тут уже почти отстроили, но здесь мне как бы не особо важно, да? Мне сейчас вот важно вот это вот место, где мы делаем стеночки для того, чтобы огородить полностью нашу территорию от внешнего воздействия, чтобы вход был только через ворота. Ворота у нас находятся вот здесь, два и здесь. Четыре ворота у меня. Или четверо ворот, не знаю, как правильно. И вот эти ворота мне и придется контролировать. Красиво у меня получается замок. Реально такой прям вот, прям замок. То есть кайфово смотрится. Естественно, немножко он еще не достроен. Вот эту часть тоже надо поднимать. Все было красиво. Наверное, еще одну, да, надо было. Да, вот так сделаем. Все это будем возводить, все это будем защищать. Вот тут также тоже делаем. Тут уже можно начинать делать даже башню первую, я думаю. Так, там ребята писали мне, кто-то писал в комментах, что надо делать перед стеной. Типа, чтобы была земля, иначе, когда будет подплывать на корабле гигант, если он подплывет вот к такой местности, он ваншотит сразу любую стену. Я не знаю, насколько это правда, возможно, это было в какой-нибудь ранней версии, сейчас все-таки обновления на эту игру выходят, возможно, это был баг, и его пофиксили. Вот, так что пока я этим заниматься не буду, но на заметку я это возьму. То есть, если что,
придется делать такую же насыпь вот здесь вот. В одну или в две клетки. А тут даже такой получился типа дока такого, да? Если бы здесь были бы корабли, я думаю, что разработчики, возможно, введут какие-то лодки. Скорее всего, будет, возможно, добыча рыбы или что-то типа того. Будут какие-то лодки. И можно будет тогда здесь сделать какой-нибудь примитивный док. Так, казарма сделалась, да, но я забыл про то, что мне надо тренировать воинов. Воинов начинаем тренировать. Мне их надо тоже много, в большом количестве. Так, возьмем нашего героя одного. Вот, допустим, тебя. У тебя людей вообще нет, да? Ты у нас просто одиночка. Одинокий... Не, как там было? Одиноко, одинокий, одиночка. Опа, летит. Здравствуйте. А мы вас не звали. Зачем вы к нам прилетели? Сейчас бомбанем. Опа, полетели, полетели стрелы. А баллисты поставили? А, блин. Хотелось посмотреть, как еще баллисты будут по этому красному вонючке стрелять. Но пока нет. Ой-ой-ой, вот это ты встал. Бедный. Сейчас сделаем скриншотик. Чтобы было красиво, да? Вот так. От, блин, не успел, ладно. Подождем следующего. Сделаем скриншотик попозже. Погнали, время ускорим. А, так, у меня все, в принципе, в порядке сейчас с камнем. О, все в порядке с камнем. А, поэтому я думаю, что стоит... А, нет, пока не стоит. Вот здесь я буду сейчас делать еще одну башню. Вот, но там я ее пока сделать не могу. Так, тогда можно, в принципе, продолжать увеличивать количество стен, наверное. Наверное, да. Увеличивать количество стен вот с этой стороны. Я буду идти по кругу, чтобы все было красиво. По две стены добавляем везде. В принципе, 600 камня у меня, да, это довольно много. Возможно, даже хватит... Везде сделать по две стены. Нет, везде не хватит. Но на большей территории точно хватит. Вот тут везде делаем по две стены. И вот здесь тоже по две стены добавляем. Все. Здесь только одну сделали, надо будет запомнить. Вот, получается, мы сделали одну сторону, вторую сторону, и нам тут осталось, ну, где-то еще примерно 600 камня, я думаю. У нас 600 666 людей. И сейчас мы нарисуем пентаграмму. Шутка. Так, смотрим. Здесь у нас с камнем все нормально, здесь тоже все нормально. Здесь все нормально. Окей, окей. С лесниками. А, ну, в принципе, с деревом у меня проблем уже нету давно. Сейчас у меня проблемы только с камнем. Камня не хватает постоянно. Вот, поэтому проблемы сейчас у меня имеются только с камнем, к сожалению. Одна баллиста еще не закончена. Блин, да что ж такое? Так, ну здесь я тоже сделаю тогда башню лучников. Вот так вот. Можно, в принципе, здесь тоже сделать. Почему нет, да? На всякий случай. Пускай тоже будет какое-то оборонительное сооружение такое, да, в виде башни лучников возле замка. Такс. Что у меня по воинам? По воинам очень медленно все здесь делается. Солдаты очень медленно... рекрутируется. Стеночку почти уже расширили по максимальному. Давайте ждать не будем и продолжим. Сюда одну добавить. Все, сюда две. Две. Так, сюда две. Две. Так. Вот так. Переходим на эту сторону. Главное не промахнуться, не поставить третью лишнюю.
будет неприятно. Придется ее потом разрушать. Так, ну все, давайте тогда подождем, пускай камень еще накопится, а то мало ли что. Вдруг мне срочно понадобится для чего-то камень. Блин, тут сломанный дом. Вообще надо прочекать, наверное, город, потому что мне кажется, что где-то еще что-то есть сломано. Тут, в принципе, нет. Так, ну вроде как больше все... Больше ничего сломанного нету, так что давайте вернем тогда здесь домик один. Нет, лучше, наверное, сюда поставить колодец. Вот сюда можно поставить, например, коттеджи. Ну, один точно. Вот так. Вот сюда можно... Нет, сюда я, наверное, поставлю чувака, который ремонтирует дома. А сюда можно таверну поставить. Во, как все было бы здорово. И будет здорово. Так. Нет, таверну, блин, лучше бы вот сюда в центр поставить. Да, таверну давайте вот сюда в центр сейчас воткнем. Так, таверна. Вот так сделаем таверну. Вот, эти два домика мы тогда сделаем вот здесь, в виде коттеджа. А сюда вот этот мейсон поставим. Вот так. Думаю, будет здорово. Так, здесь мы, в принципе, все закончили, да? У нас опять появился камень. Давайте его срочно тратить. Начинаем его тратить теперь с этой стороны. На стены. Ну, я думаю, что мне не хватит все сделать до конца. Так что придется еще ждать. Так, 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 так. Castle Rock. Так вот. И все, в принципе, давайте еще теперь ждать. Тут осталось уже совсем чуть-чуть. А, вот здесь тоже надо вот так вот хотя бы сделать. Просто отметить хотя бы территорию, что вот здесь у нас будет непроходимая стена. Вот так поставим башенку. И будет офигенно. В принципе, если поставить даже, да, уже вот на вот эту часть... то, блин, уже очень круто все выглядит. Прям здорово. Так, замок. Замок уже отстроен полностью. То есть с замком все, что я хотел сделать, я сделал, ребята. Такой вот у меня получился большой красивый замок, высокий. С башнями лучников, с башнями с баллистами. Вот, стена тоже почти готова. Смотрите, она высокая, просто идеальная стена. Шикарная. Трехуровневая. С шестиуровневыми башнями лучников. Вот, в принципе, я думаю, что... ну, такая стена должна продержаться. На крайний случай, ее можно будет поднять еще, допустим, на два уровня. Вот, и она будет тогда вообще непроходимая. Тогда уже, я думаю, что точно никто сквозь нее пройти не сможет. Было бы прикольно сделать еще, допустим, если бы можно было на стены загонять людей, которые бы... ну, типа лучников таких, пехотинцев. Потому что здесь, по сути, только один вид войск, да, это обычные вот такие вот пехотинцы. Вот, и герои. Герои, насколько я понимаю, не дерутся. Могу ошибаться, конечно, но, насколько я понимаю, они не дерутся. Давайте устроим пир, фестиваль. Пока по фестивалям. Поднимем нашим людям настроение. И это всегда сказывается очень здорово. Вот тут что-то сломано. Был дом, да? Вернем его на место. Тут как бы все нормально, ничего, никаких проблем я не вижу. То есть по городу никаких проблем нет.
еда есть, как бы, где деньги есть, все есть. То есть, да, сейчас остается, по сути, закончить только стены. Вот. Я думаю, что стоит еще сделать кузнеца, потому что, ну, как-то я не знаю, мне кажется, что у нас нехватка угля, нехватка инструментов, очень долго делаются воины. Я бы сделал еще больше кузнецов. Я думаю, что сделаем. Прилетел дракон, давайте посмотрим, как он эпично умрет. Где он? А где он? А, вот он летит. Вот он летит. И сейчас будет эпично умирать. Просто со всех сторон его жмут. Там даже баллисты, по-моему, уже по нему стреляют. Да, баллиста тоже по нему стреляет. Так что я думаю... Ой-ой-ой-ой-ой, начинается падение эпичное. Бабах! Он упал на дом, он его не сломал, к счастью. Еще один дракон? Это что такое? Почему-то меня перетягивает вот сюда. Не знаю, с чем это связано. Может, мы его захватили в плен? Я думаю, нет. Так, наших советников послушали. Они, как всегда, ничего толкового нам не говорят. Тренируем еще солдат. Бесконечное множество, насколько можно. 31. Тренируем. Что у нас по стене? Так, я закончил на вот этом месте. Надо продолжить. Раз, два. Раз, два. Так, и здесь. Чуть-чуть осталось уже, ребят. Совсем немножко. Вот так, вот так. Блин, опять закончился камень. Ну все, тут уже осталось, блин. Фиг да нифига. Давайте ускоримся. Офигенный получается город. Просто шикарный. Знаете, вот как действительно реально такое королевство, где есть большая территория с фермой, да, где живут там фермеры, всякое такое. Есть реально какой-то вот такой центр города, да, где... кипит, по сути, вся жизнь. Здесь она прям реально кипит. То есть тут столько всего происходит. Есть вот такие вот зоны, да, типа там шахтерские, да, которые где-то за городом, они так далеко-далеко. Туда обычно ездят там на неделю, живут там, возвращаются домой только там на выходные. Ну вот, потом есть какой-то такой, какая-то... придворцовая деревня какая-то, да, или, я не знаю, при... Короче, какой-то такой пригород такой небольшой, да, типа маленькая деревня, которая находится под крылом, типа, у большого королевства, вот. Ну, и здесь тоже, знаете, такой же мегаполис такой шахтерский, где прям вот чисто такой город шахтеров. Вот. Очень круто, очень эпично все это смотрится, на самом деле, со стороны. Большущая у меня защита, большая оборона. Единственное, я сейчас жду, конечно, прихода вонючих викингов, чтобы дать им звездюлей, посмотреть, как они будут эпично убегать. Так, тут все тоже отстраиваем. Вот так. Все, последняя стена. И приветствуем наших добрых викингов. Вот они едут. С ними, блин, их уже трое. Три гиганта, которые будут. Четыре гиганта, офигеть, ребята. Вот это сейчас будет эпик батл. Пять гигантов. Ну, это вот то, что о чем я и говорил. Что чем больше у вас стен, башен и так далее... тем, собственно говоря, на вас и больше будут нападать. Не знаю, насколько выдержат мои стены. Без понятия. Ну вот, один вроде слег, да? Этот вот начал бить и тоже слег.
Ну, я думаю, мы стены потеряем, но, скорее всего, не все. А может, даже не потеряем никакую стену. Да, вполне возможно, что мы даже не потеряем ни одной стены. Это вообще офигенно. Ребята, смотрите. Викинги даже не могут, получается, высадиться, что ли? А нет, вот здесь они высадились и сразу же убегают. Офигенно. Викинги, короче, не могут просто попасть к нам в город. Деревня, видимо, их не интересует. И просто обильные залпы наших башен просто прогнали их. И офигеть. О, жесть, вонючие викинги. Вы так ничего и не поняли в этом мире. Все. Все, ребят, викинги даже не высадились, даже не попытались как-то, я не знаю, взять нас штурмом или еще что-то, да, и 5 гигантов, 5, ребят, 5, не смогли ничего сделать. Да, естественно, они повредили немного стены, повредили немного башни, но это все, по сути, на что они были способны. Так что, ребят, я-то, насколько я понимаю... мои стены выдержат теперь любую оборону, любую атаку. Я хотел сказать, они выстоят оборону, вот, и выдержат любую атаку. Блин, поэтому я думаю, что стоит теперь заняться непосредственно городом, сделать его более, ну так скажем, культурным, да, более красивым. Можно заняться... нашими воинами, сделать их тоже более укрепленными, то есть сделать, наштамповать больше солдат, чтобы был от этого толк. Так, здесь вот тоже, да, кузнец. Ну, в принципе, кузнецы работают в поте лица на самом деле. Я думаю, что стоит сделать, возможно, еще пару кузнецов. Давайте сделаем, наверное, еще пару кузнецов. Я думаю, плохо от этого не будет точно никому. Сделаем еще пару кузнецов. Или пару кузнец. Не знаю уж, как правильнее. Вот так. А вот, поставим еще вот эти штуки, которые сжигают дерево. Вот здесь. Ой, нет, это не то. Вот это то. Вот так вот сделаем 4 штуки. Вот, также сделаем здесь. Блин, мне бы дорогу проложить вот отсюда, вот сюда. Можно сделать ее, кстати, вот тут ее можно сделать. Вот здесь будет вообще супер, по-моему. Как вы думаете, ребят? По-моему, будет шикардос. Вот здесь мы сейчас сделаем мост. А, мне нужна дорога сначала. Вот так вот сделаем дорогу. Так, здесь мы сделаем дорогу вот сюда. Будет очень быстрый доступ у нас, ребят. То есть им не придется идти в обход. То есть они будут идти напрямую. Блин, как я раньше до этого не додумался. Я себе не представляю просто это. Вот так сделаем. Так, здесь мостик мы развернем. Вот так. И все. И все, ребят, и все будет у нас офигенно круто. Будет прямая дорога, которая будет вести вот в эту кузницу. К этим кузницам. И, блин, все должно быть просто эпично, шикарно. Здесь, в принципе, все делается. То есть уголь делается, как бы, я думаю, что здесь проблем не будет. Просто мне кажется, что количество очень маленькое того, как мне производят вот эту вот амуницию. Насколько я могу думать, что это связано именно с тем, что не хватает угля, видимо, слишком много домов, которые потребляют уголь. Вот, и не хватает нам... угля для того, чтобы делать эту амуницию. Сейчас мы увидим смерть еще одного дракона-вонючки.
он падает. Все, дракон слег. Все получилось довольно эпично. Мертвый, мертвый дракон. Здорово. Ладненько, ребят, думаю, что на этом мы выпуск с вами тоже закончим. В принципе, за этот выпуск довольно много сделали. Отгрохали себе гигантский уже просто замок. Меня он радует. С вами был Корвит. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте ставить лайки этому видео. Всем удачи. Всем пока-пока.